проходи. Смотри, кого тебе. О, смотри, кого тебе принесли. Держи, еще води. Одного косого. Держи. Иди ко мне. Отходи, Саша. Это ее лошадка. Но Саша уже вообще не реагирует, да, на... 8 лет, как вы думаете? Она вон лежала вот в той комнате, вот в зале. Вот, вот она эта комната, на углу. Маленькая, ей было сколько, 3, по-моему, в 17 году. Вот. И благо, кошка лежала у нее вот здесь, на груди. Упала вот там вот, вот где бусик стоит, на углу. Вот так вот, влетела. И стекло, и полностью все попрошивало, и ребенка кота на груди убила, а она живая. Вот так у нас все сечет, все летит. 8 лет мы в ужасе. Заходите, не бойтесь, заходите, не бойтесь. Вот такой у нас кошмар, Армагеддон. Ребенок уже мне порядок наводит. Дрова рубает. Пытаемся как-то выжить. Я их взяла перед бомбежкой, и они там были вот такие кусенькие. Это мой голод. Когда я руку ему кусок подложила, он клюется иногда. Так, кто у вас здесь еще есть? Рассказывай. Вот кокос, вот пуля, он белая Лиза. А что ты любишь, Саш, делать? Вот читать, играть, может быть, поешь, рисуешь? Ну, я иногда, мой мама вчера принесла траву, я с ней иногда плету веночки. А еще у меня, мама мне когда-то купила одну книжку, которую я еще сильнее люблю. Давайте покажу. Давай, покажи. Вот черепашки, ниндзи наши. Так, что это такое? Ну, сказка такая, в которой есть разные сказки. Ты их все прочла уже? Да, когда в школу ходила. А сейчас давно не ходишь, да? Да, я сперва в садик ходила. Я так любила своих 3 любимых воспитательниц. Саша, о чем ты маму просишь каждый день, еще расскажи? Чтобы свет дали, чтобы мультики можно было посмотреть. Проработала в цирке 20 лет. У нас династия. Родители сначала работали в цирке, потом папа вытащил всех своих родственников в цирк. Вот, в основном папа у нас это все тянул. Ну, сейчас уже на пенсии 10 лет, в 13 году вышла на пенсию. Работала я воздушной гимнасткой, акробаткой. Вы когда сюда зашли, ребята первые, кто здесь были, разведка, они же ходили, просматривали здесь, чистили район. Сказали, что есть здесь недалеко семья, ну как семья, женщина с ребенком 5-летним. Какие чувства? Чувства, ну, по-человечески хотелось помочь. Жалко людей, жалко народ, тем более девочку. Ей 5 лет, она, ну, может, не 5, чуть больше сейчас. Она ни в чем не виновата. Она с рождения мирной жизни толком-то не видит. Хочется помочь. Хочется поскорее это все закончить, чтобы у них спокойно.